Оклик 990MW – беспроводная вертикальная мышь с двумя способами подключения и двумя наборами кнопок. В этом видео мы распакуем манипулятор с вертикальным хватом для тех, у кого использование обычных мышек вызывает дискомфорт или неприятные ощущения. В комплекте прилагается компактный USB-приемник и Type-C кабель для зарядки. Внешние размеры модели составляют 111 на 72 на 75,5 мм, а вес 121 грамм. Мышь рассчитана на использование правой рукой. При этом кисть будет расположена вертикально, а не горизонтально, как в случае с классической мышкой. Основные кнопки управления расположены в два ряда. Большие оснащены тихими микропереключателями, маленькие – обычными с характерным кликом. Рядом вынесено колесо прокрутки и кнопка изменения чувствительности сенсора. На левом боку под большим пальцем две привычные боковые кнопки вперед и назад, а также крупная кнопка переключения между подключенными устройствами. Данная мышь может быть подключена к трем устройствам одновременно – по радиоканалу посредством миниатюрного USB-ресивера и к двум устройствам по Bluetooth. На верхней грани корпуса расположены световые индикаторы, которые позволяют понять, какой режим подключения используется в данный момент. Ресивер прячется снизу в специальной выемке. Рядом с ним предусмотрен переключатель питания и оптический сенсор. Пользователь может на лету изменять чувствительность сенсора между значениями 1000, 1600 и 2400 dpi. Под конец отметим, что манипулятор оснащен встроенным аккумулятором емкостью 500 мАч, а зарядить мышь можно от любого USB-порта посредством комплектного Type-C кабеля.